Да, так, 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 так. Не, ну здесь... Эх, жаль, в Майнкрафте нет телефонов. О, ребята, уже здесь. Вот, нельзя, ребят, снять меч. Как вы видите, у меня сюда чуть-чуть пропал голос. Да, я заболел. Но это не повод, ребята, что я не буду снимать роликов. Ну, наша какая задача? Трофеи сделать, трофеи. Ну и еще обустроить там дом. Ну сначала поспим на девчачьей кровати. Я ее клянусь, скоро поменяю. Эти меч никогда не меняется. Тимичева, он вечен. Ну, ребята, что? Мне, ребята, хотелось бы убить крипера. Но это же, типа, тоже трофей. Типа. Ну, чтобы башка выпала. Но что-то... Не знаю, как это все... А, понятно, самое. Яйцо. Но, блин, почему мне ни разу цыпленок не было? Ладно. Короче, я сейчас отправлюсь в очень далекое путешествие. Ладно, я отправлюсь сейчас в деревню. По соседству. В деревню. Нифига себе тут. Малины, калины. Всего прочего. Пожратенький надо. Пожрать. Я уже жратенький. Так, отлично. Вроде пожали. Да. Ну, деревня, конечно, она чуть-чуть далековато, даже я сказал далеко. Но это не повод расстраиваться. Сейчас по-быстрому добежим до этой деревни. Ролик за секунду идти будет. А, давайте, может, я за кадром, но вам, наверное, неинтересно. Ну, не знаю, ребят, деревня реально далеко, так что я буду в деревне у вас, ребят. Встретимся в деревне, короче. Эх, ребят, короче, я в деревню не смог сходить. Ну, не нашел, короче, его. Ну, вторая наша задача это все переплавить. Так, ребята, все готово. О, переплавился. Надо на угле доплавить. Нужно много... Да. Надо выйти отсюда. О, ребят, короче. Я кое-что хочу сделать. У меня будет два прохода сюда. И отсюда, и отсюда. Сейчас я покажу, что я хочу сделать. А сейчас... Как раз и покажу, туда топор возьму. Топор, топорик. Отлично есть. Есть. Короче, отсюда будет лестница. Ну, где ее сделать? И вот сюда. Ну, я думаю, неплохо будет, но... Давайте сначала стекло хотя бы ставим. Ну, ребята, где будем тут копать? Ну, надо где-то вот такое большое окно для крутости. Для прекрасия. Неплохо, неплохо. Да, стекла только не хватает. Стекло, стекло. На угле еще плавится, так что забираем. Мы только, наверное, тут, потому что у нас этого не хватит. Песка. Хотя и здесь и подобывать. Не, ну неплохое окно, такой вид открывается на мою наилюбейшую. У меня же там окон, походу, нету в доме. Ну, в доме окон, да, нет. Хотя есть вот окно. Фиговое. Так, ладно. Ой, я тут не надо. И темно что-то становится. Не, факел лучше. Так, отлично. Давай. Всего два доплавить надо. Изи же это все. Изи это все. Сейчас, ребят, посмотрим.
Один уголь остался. Неплохо. И 11 стекол. Я думаю, вот тут еще типа сделаем что-нибудь. Какое панорамное. Не, вот. Где-то. Вау, какой вид открывается. Ас-ас. Вау, ну дом зашибись. Просто крутой. Ну, это второй этаж. Это третий этаж. Так. Надо, чтобы хватило, короче. Я не девчона вам. Я не толка. Может, узор типа такой. Неплохой. Уй-ёль. Нифига себе сказывать. Такой, знаете, крестик. Неплохо. Ну, я только стекла потратил. Ну, ладно. А мог... Не, ну, именно так, наверное, красивее будет. А тыкву я думал улей. Я думал по дому. Ау. Ау. Ау! Как отсюда выбраться? Я буду забрать. Сидеть. Смысл? Что за хуйня? Ой, не важно. Так, надо делать ступеньки. Ступеньки делать надо. Ну, давай хотя бы вот это сделаем. Блин, последнего нет. Как это так может быть? Это всегда так. Игрока не могу в Бэдварсе в последнюю секунду добить. Так, ладно. Надо кирку, короче, купить. У нас тут протекает. На, не страшно. Так, я уже давно это, кстати, заметил. Да. Я постоянно алмазную беру, потому что больше кирок нет. Ну, алмазную что-то жалко. Мне еще много обсидиана копать. Да, я даже не знаю, где это сделать. Просто не знаю. Ну, тут и сойдёт. Нет. Так, ребят, короче. Я думаю, 5 минут, а уже 7. Ролик длится. Пусти! Ребят, ты необычный сейчас. Вот я знаю. Ступенек не хватит. Ведьма я в Майнкрафте. Я такой подумал, багнулась. Не, ну надо подальше где-то. Чтоб нахрен на ступенек не хватило. Мне надо за деревом еще сгонять. Сейчас все будет. Покруче, чем было раньше. Уехала людей. Ха. Что-то некрасиво. Ладно, нормально. Я необычный такой сделал. А что? Все окей. Окей. Не, за деревом не придется ходить. Не нравится мне этот неадекватный поемчик. А это тоже не нравится. Так что давайте это сломаем. Лучше. Ну как вам? Я думаю, неплохо получилось. Тут, знаете, 2 входа. Только надо дверь тут сделать, правда. Давайте из обычного дерева дверь сделаем.
А то что-то не очень красиво, ребят. Кому не видно, худо. Ха. Скелет пошел нахер. Так, ну, берез тоже надо. Ай, я спалился все-таки. Если я сейчас топор нахер просру. Ну, нихера себе ты носишься-то. Пол хп, это вы задолбали, реально. Ну все, сейчас тебе так задам, скелет ты неадекватный. Хоть гореть уже. А, да. Как ему задам? Зря я поджёгся. У меня оружия даже нету. Где мой этот топор? А ну-ка. Блядь. Если бы сейчас скелет был, мне бы хана просто. Топор я просрал из-за скелета. Двоёвый это. Ну ладно, ребят. А что это такое? Необычные моменты в жизни. Короче, я для вас готовлю один сюрприз, если вы досмотрели до этого ролика. Короче, когда мы наберем 100 подписчиков, я покажу вам один сюрприз, ребята. Я не буду говорить какой, но я думаю, он вам понравится и даже будет полезен, ребят. Может быть. Все может быть. А, вот с какого фига ты на меня нападаешь? На скелета лучше напади в другое дело. Он же тебя стрельнул. И ты утром ничего не должен видеть. О! Мои вещички. Родненькие вещички. Ох, мой топорик. Я уже думал, нахрен просрала. Все, скелет виноват. Прибил зачем-то меня. Ладно, надо, короче, побольше вот это дерево добыть. Раз, два, три. Отлично. Ну, я думал, так. Я что, первый... А, понятно, я только заберу достижение. Получил только. Я в биоме был уже, да, в еловом биоме, да. Не осуждайте, ребят, не осуждайте. Я. Вроде все нормально, ребята, и красиво, и прилично. Все отлично. Интересно. Наверное, какой-то трофей. Паука. Паук. Трофей. Так, ребята. Заходим в домишко наш. На верстаке что-нибудь крафтим. До хера плит. Или до хера ступенек. Ладно. Не. Верстак. Ладно. Еще много, конечно, достижений что-то не получил. А, кстати, удочку, ребят, скрафтить. У меня, по-моему, есть нитки. Да, как раз хватает на удочку. Так, палки. Палки, огуречек получился, человечек. Так, надо получить достижение, поймать рыбу.
А куда наше дерево девать, интересно? Клюй, рыба, клюй. Нифига не клюет. Чё ты не клюёшь? Давай! На крючки. Получил достижение на крючки. Майнкрафте какие-то тупые слова. О, наконец-то сырая треска. Я её поймала. Надо ее пожарить. На дереве. Дерево жалко. Дерево улетает. На досках пожарь. Ой, на досках. На угле. На одном угле пожарь. Я как раз хватил этот. Может, это тоже надо типа пожарить. Ну да, достижения не получил. Но пожратенький я могу. Пожрать. Это тоже пожать. Ей, отлично. Ох. Ой. Ух! Парковчиком с педранчиком. Карта мира, ребят, карта мира. Давайте сейчас, ребята, надо, наверное, я буду обновлять каждым временем карту. Ну, если у меня карт хватит. Так, давайте, вот наша первая карта мира, ребят. Помните. Ну, это фигня. Давайте вторую делать. Карту. Так. Ну, давайте, в принципе, на этом можно заканчивать. Где-то вот так. Опа. Еще одна карта мира есть. Отлично. Ауч, в ноге больно. Надо, ребята, ну, сейчас поставим ее, эту карту. А теперь покупчиком спидранчика. Вау, я даже с картой. Спидраню. Я сейчас вот на этой место нахожусь. Ну, ребята, я думаю, можно заканчивать. Думаю, мы тут построили все, что надо. Ладно, вот, всем пока. Всем пока-пока, всем пока. Так. А рубись! Рубись, а факел. А берись еще тоже. Всем. Чё? Бубо? Что произошло? Что? Чё? Поиграешь без вас? Бегу! Всем пока!